турбота про дітей завжди покладалась на плечі батьків, де вони знаходяться, що з вашими дітьми, з ким спілкуються, а ще їхня безпека. Тож про безпеку будемо говорити сьогодні з гостями, які прийшли до нашої студії. Це Лариса Гущина, психологиня, сімейна психотерапевтка, директорка Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Соборної районної у місті Дніпрі Ради. І Олександр Пушков, сімейний та дитячий психотерапевт, керівник сімейного центру розвитку та дозвілля. Дуже рада бачити вас у нашій студії сьогодні. І справді, про безпеку дітей є кому потурбуватися, нібито так. Це батьки, це вчителі, це ті педагоги, які поруч. Але дуже часто трапляються такі випадки, коли діти знаходяться десь у такому місці, вони самі по собі. Чому так стається? От перше питання до вас. Будь ласка, пані Ларисо, давайте з вас почнемо. Добрий день. Да, звісно, є такі ситуації, коли дійсно діти оказуються на вулиці. І є таке, бутує таке мнение, що на вулицю діти попадають з неблагополучних сімей. А на самом деле сейчас у нас уже есть такая статистика, что с очень хороших семей, с достаточно обеспеченных семей тоже дети уходят. И это серьезная проблема как для родителей, как и для социальных служб, и для полиции тоже. И причины этому могут быть разные на самом деле. Есть, бывают причины, прежде всего нужно родителям обращать внимание на это, и это большой сигнал о том, что для, у ребенка что-то не так, обращать внимание. А одной из причин – это поиск любви. Ребенок уходит из семьи для того, чтобы посмотреть, что родители будут его искать, и подтверждение того, что его любят, его ищут, и он нужен родителям. Бачите, проблема нашого часу. Тоді, коли батькам ніколи, коли діти не відчувають ті турботи, не відчувають тих стосунків, які повинні бути між батьками і дітьми. Пане Олександре, ви зараз спілкуєтесь з дітьми. Що можете сказати, чи вони зараз не такі, як були колись? Ну, я начну, може бути, немножко з другої сторони, з взгляду ребенка і з такої нормативної какой-то нормативного процесса, потому что ту тему, которую мы обсуждаем, она крайне болезненная, но если ее свести к какой-то такой норме, то процесс, который происходит, то есть отделение ребенка от семьи, его стремление к самостоятельности, к поиску экстрима, это эволюционный такой процесс, он нормален. То есть есть исследования, например, теория привязанности Джоуна Болби, который говорил о том, что, ну, например, первые 3 года очень важны для формирования отношения ребенка к миру, то, как он налаживает отношения к родителям, насколько родители откликаются на потребности ребенка, насколько они слышат его, это формирует его подальше стратегии в отношениях. И вот подростковый возраст, как повторение детских кризисов маленьких, они могут просто показать, что происходит, есть ли вот эта подложка доверия и коммуникации, которая была заложена с родителями в отношениях, или ее нет. И тогда вот такие проявления, беспризорщенные и уходы из дома могут быть более яркие. Но сама идея вот этого экстрима, вот этого выхода в свет, в самостоятельность, это на самом деле динамика такой инициации, поиска ребенком своей самостоятельности, своей идентичности, поиска себя. Но так как он запутался, так как он не знает, кто, у него нет опоры, нет вот этого бэкграунда поддержки с родителями, он попадает в такую крайность болезненную. Пане Олександре, ну так що, тоді виходить, нам не треба особливо хвилюватися. Якщо дитина пішла себе шукати, то нехай шукає, чи як? Чи як її повертати, її чи не повертати? Ось це ще таке питання. Так, це правда такий логічний питання, дуже странний і парадоксально, я правда с уважением и с важностью социальных служб к пониманию того, как нужно искать, и я точно думаю, мы эту тему поднимем. Удивительная история в том, что нам, как родителям, нужно справляться со своей тревогой, нужно понимать, что происходит, держать контакт с ребенком. То есть мы должны, как такой чек-лист для себя, мы сегодня будем это обсуждать, просмотреть, это ближе к норме, да, то есть у нас есть контакт, мы знаем потребности, мы откликаемся на ребенка, или у нас здесь минус-минус-минус, и правда история идет в какую-то проблему, потому что если это только наша родительская тревога, что мы боимся, что вот раньше был ребенок прилежный и нас слушался, а тут он начинает ерепениться и как-то себя вести, и мы не можем удержать эту систему. Мы хотим ее сохранить, а не получается. И наша тревога, что мы как родители не справляемся, заставляет нас делать иногда поспешные выводы и слишком резкие движения, которые, наоборот, выталкивают ребенка еще дальше.
А що треба? Як потрібно звернути увагу на цю проблему, якщо ви вже розумієте? Але ж знаєте, дуже часто батьки не розуміють. Вони думають, що все нормально. У дитини все добре. Вона вчиться, вона приходить додому. Вони навіть і здогадуватись не можуть, що щось там з нею не так. От коли вже ті перші дзвіночки, коли вже ми можемо побачити, що от, ну, щось, мабуть, сталося? На самом деле сейчас проблема это младше стала. Есть случаи, когда дети уходят из дому 7 лет. И для мальчиков это 7-10 лет, это тот возраст, который надо родителям быть внимательными, обращать внимание. Для этого нужно обязательно, самое главное, быть рядом с ребенком. Внимательный родитель, он знает, как общаться, он знает потребности ребенка, знает его увлечения, он заметит то, что не так. Там вдруг ребенок стал закрыт, вдруг ребенок перестал следить за собой, или все время проводит в интернете, или стал грустный, депрессивный, у детей тоже бывают депрессии. Эти все моменты, если ребенок, если родитель внимателен, он обратит на это внимание. Я думаю, що зараз більшість, мабуть, батьків, які зараз нас слухають, одразу провели таку аналогію і побачили, що в їхній родині теж все це є. Дитина в якийсь період часу, вона починає віддалятися від своїх батьків, і от те все відбувається. І дуже часто діти сидять в гаджетах більше, ніж треба. Вони можуть не спілкуватися так, як колись спілкувалися. Тобто ми можемо це відслідковувати майже в кожній родині. То що тоді робити? Общаться. Ми тоді в замкненому колі знаходимося? Общаться, знаходити к ребенку, які є можливості обратитися к нему. Якщо не вийде, обращатися к спеціалістам, к психологам, які допоможуть. Тому що без общения, без вистраювання контакту з ребенком не продвинеться. Саме головне, що є дуже часто родителі, вот, як ви говорите, вони не замечають цього, вони або роблять вид, або говорять, нас, к сожалению, не прийнято в культурі жаловаться, что у меня что-то в семье не так, да, что-то не складывается, или делают вид, или просто не замечают, а ребенок живет своей жизнью сам по себе, и в итоге он уходит на улицу, там, где кто-то его поддержит, кто-то его обнимет. Ну, вот, дитина... так, будь ласка, пан Олександр. Чуть-чуть еще добавить идею, смотрите, правда, есть вот такие внешние показатели, ну, многие тинейджеры уходят в там, социальные сети, в коммуникацию. Нормально, что ребенок отдаляется от родителя и ну, там, не рассказывает все, да? И я хотел бы донести больше идеи о том, что мы должны просто понимать, что внутри него происходит. Он на пути трансформации, он уже не хочет, он не чувствует себя ребенком, он хочет быть взрослым, он претендует на какие-то права, но он их боится, он боится этой ответственности, он не знает, что с этим сделать. И его раздраивает, да, то есть он не понимает, что он переживает и так далее. И родителю важно в этот момент, как мне кажется, понимать, что ребенок, даже когда он самый колючий, самый неприятный, самый закрытый, он надеется и ждет, что его любят, принимают таким и поддержат в любых историях, что дверь открыто продолжает быть, да, что может обратиться, получить поддержку, даже когда он местами заносится и делает какие-то очень нехорошие вещи. Ну, давайте змоделюємо, наприклад, дитина знаходиться от в родині, так, вона сидить в гаджеті. Батьки до неї звертаються, вона не чує, вона не хоче спілкуватися, вона нічого не бачить, у неї свої справи. І вона от таким, такою своєю поведінкою, вона віддаляє своїх батьків чи близьких, взагалі тих, хто хоче якось з нею поспілкуватися. Як достукатись? Чи є якісь методики, можливо? Ну, смотрите, тут важливо розуміти, що, може бути, достучатися, если наша цель достучаться, потому что мы тревожны и мы хотим привязать ребенка, если у нас появляются уже такие идеи, что мы хотим привязать его, закрыть, убрать гаджеты, это опасные вещи, которые, наоборот, его спровоцируют. Так, да. Наша задача – научиться по-новому коммуницировать с ребенком, выстраивая уже более взрослые отношения. Коммуницировать на доверии, не на авторитете и на такой вот позиции «я сверху командую тобой», а на позиции, что «давай договариваться». И если мы знаем вот эти экстремальные точки выхода, когда ребенок нужен адреналин, когда ребенку нужен опыт самостоятельных каких-то таких открытий, опыта, мы можем дать ему более социальные формы этому, мы можем дать его в какие-то секции, где он может там паркуром классным заниматься. Это даст ему выброс адреналина и в то же время не заставит его по гаражам бегать. Свобода, да, давай ты теперь будешь распоряжаться там не только своим шкафом и комнатой, а еще у тебя там будут какие-то возможности, вот там больше там финансовые какие-то, когда ты распоряжаешься своими вещами. То есть мы можем дать зону развития социально приемлемую, чтобы ребенок не
прыгнул в какую-то наугад тему или убегання, или там, не дай Бог, якісь наркотики, алкоголі, якісь компанії. Оце ж треба зробити вчасно. Ще до того, як він почав віддалятися від вас, і бо він, мабуть, в той момент, коли вже віддалився, не захоче йти на якусь секцію, не захоче займатися тим, що ви йому пропонуєте. В цьому важен батьківський підхід, щоб все-таки знайти аргументи і договоритися. От навіть в тому моменті, як ви сказали, в ситуації, можна просто йому дати відповідальність і сказати, скажи мені, когда ты можешь, когда я могу с тобой поговорить, давай мы назначим с тобой время. То есть пробовать то, что и Саша сказал, пробовать договариваться, находить общие компромиссы и договариваться. Это много сил занимает. Не всегда это получается с первого раза, но это надо пробовать, надо быть настойчивым. И самое главное, не тогда, когда я злой родитель, когда я в тревожной и когда я на эмоциях. То есть тогда, когда я сам спокоен и когда ребенок спокоен. Ну, например, батьки розуміють, что уже в дитині не проблеми. Вже сталося те, від чого ну, хотіли піти, так, до чого хотіли не допустити, але вже сталося. Убежали. Що робити? Чи можуть бути такими дії батьків, дорослих людей, які допоможуть владнати ситуацію? Чи потрібно одразу звертатися до тих же мереж, в поліцію, можливо, в служби? От який алгоритм поведінки повинен здобути для себе батько? Ну, я маю на увазі так, мама чи батько, чи хто, хто завгодно, батьки. Да, есть алгоритм. Прежде всего, если уже такое случилось, прежде всего не паниковать. И первое, что нужно сделать, это обзвонить всех, если есть такая возможность, обзвонить всех знакомых и родственников. И куда он может пойти. К сожалению, я добавлю, что не все родители знают, с кем дружит ребенок, какие у него увлечения, куда он может пойти и так далее. К сожалению, по опыту, не все родители могут даже назвать имена друзей ребенка, его увлечения и что ему нравится. Поэтому первое, если есть такая возможность, обзвонить всех родителей, одноклассников, друзей и так далее и тому подобное. Посмотреть его социальные сети – его, если есть возможность, где там, что у него часто находится, что записывают в контактах, там еще где-то есть у них информация. И дальше, если ничего не дало результат, обязательно обращаться в полицию. Ну вот, например, дитина с телефоном пропала. Ну, я маю на увазі, наприклад, вона з тим гаджетом пропала, з яким ви могли би якось контактувати. Да, і телефон поза зоною досяжності. І ніяких... Тогда, если не получается родственников, друзей узнать, тогда полиция. Полиция обязательно, если несмотря даже на то, в каком вы городе и какого вы города походжения. Потому что были такие случаи, что с другого города люди пропали, в нашем городе ребенок пропал, и пожаловали, сказали, ну вы же там живете, вы туда должны обращаться в течение 3 дней. Это миф. Я сразу хочу сказать всем, что это миф. Обращаться нужно сразу и там, где пропал ребенок. Независимо, где родился, откуда, где прописан и так далее. В полицию приметами, в чому одет і со всіми тими. Взагалі теж така є думка, що не шукають зразу. Починають дивитися, коли може він з'явиться, а можливо ви не додивилися, чи дитина кудись пішла, ви не знаєте. Тобто ось треба одразу попередити батьків. Да, обов'язково, тому що ребенок може бути жертвою преступлення. Ребенок може попасть в якісь компанії неблагополучні, він може бути жертвой сексуального насилия и торговли людьми, всего что угодно. То есть не стесняться и не бояться обращаться. Ничего в этом нет. Это в целях безопасности ребенка. Сразу обращаться, и это не будет никаким пятном или что-то. Если ребенок есть, если он даже сам вернулся, это нормально, если обратились. Это значит, что переживали и беспокоились. И дитина уже будет знать, что хвилюются, что есть какая-то зворотная реакция з боку батьків, дорослих людей, насправді. Пане Олександре, хотіла запитати вас, от якщо діти йдуть з дому, і справді така от тривожна і психологічна, це в першу чергу, ситуація, то що потрібно? Як ви можете порекомендувати от дитині, наприклад, так, яка вже потрапляє близько до такої ситуації, як їй себе поводити, як їй себе вберегти, своє життя і все, що можливо? Дитині, ребенку, если он уже ушел из дома, да, и попал в
Ну, я точно думаю, что есть правильные тоже механизмы выхода из сложной ситуации, это обратиться за помощью, не постесняться этого, да, то есть иметь систему поддержки в виде авторитетных взрослых родственников, если ребенок в ссоре с родителями или в каком-то не способен сейчас получить поддержку от них, наверняка есть дяди, тети, бабушки, дедушки, какой-то круг близких, которые могут стать таким буфером для того, чтобы там перегорели эти эмоции, если это было там на фоне конфликта или какой-то тяжелой истории, и помогли бы наладить отношения потом и восстановить их. Если экстремальная ситуация, которая происходит на улице, есть тоже определенные схемы безопасного поведения, когда есть милиция, есть взрослые, через которых можно выстраивать какие-то дальше, ну, систему помощи, социальные службы есть, наверняка есть и горячие линии поддержки. То есть мы, до речі, зараз скажемо і покажемо. Так, пані Ларисо, ви принесли з собою. Що можемо ми показати зараз для рекомендацій батькам? Є національна дитяча гаряча лінія, безкоштовна, з різних телефонів. 0800 500 225, це з стаціонарних телефонів, або з мобільних 116 111, це дитяча гаряча лінія, всеукраїнська, яка по любим питанням вислухає, там працюють кваліфіковані психологи, вислухають, допоможуть і направлять туди, куди треба, якщо є потреба в цьому. Тобто це спеціально для дітей, і дзвінкову тисячі дзвінків, тому обращайтесь, не стесняйтесь, кому треба. І є у нас лінія ще жертв насилля теж по цим телефонам. Ці ж номери, так? Так, да, можна по цьому ж телефону, вони перенаправлять. Перенаправлять на... І от іще ви принесли ще такі пам'ятки, що потрібно робити, якщо пропала дитина. Треба, ну вже ми сказали, так, що треба обзвонити друзів, родичів, так? Треба обов'язково звернутися за телефоном 102 або у найближчий відділок районний і дочекатись групу і обов'язково дати їм інформацію про вашу дитину, де вона могла бути, з ким спілкувалася останній час і коли ж дитини вашої не стало, тобто насправді все потрібно робити для того, щоб повернути вашу дитину. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Ось подивіться, іще для поліції інформація, щоб знайти дитину, потрібно свіже фото вашої дитини, прикмети, які можуть бути у вашої дитини, і той опис одягу, який був за останнім часом, так, в чому ви пам'ятаєте, дитина вийшла. Ну і, звичайно ж, імейл телефону вашої дитини. Ось такий алгоритм повинен бути. Я так сподіваюся, що все буде добре і нічого поганого ні з ким не станеться. Але ж ми для того і зібралися сьогодні в нашій студії, щоб таких випадків було менше. Я вам дуже дякую, шановні гості, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.